Так давно не виделись. Привет! Что произошло? Столько нужно рассказать. Тема игры — игра по нотам. Ну, ребят, надо играть как по нотам, раз тема игры — игра по нотам. Вы готовы? А вы готовы? А у нас случай урок в печати. Тук-тук-тук. Это Роспечать? Ну да, конечно. Ой, нифига угадал. Айда, дайте мне журнал, плей-плея. Извините, но вы же ничего не видите. Давай-давай, я фантазер. Папа и сын в парке. Я слышу. Папулька, гуляй с тобой по парку вдвоем. Вау, пап, смотри, голуби, голуби. Дай хлебушка. Хлеба нет, живи так. На телеканале Бибиком показывают всякую бибигню. А у нас случай в детском саду. Воспитательница красивая. В лесу родилась елочка, в лесу она... Мишенька! Мишенька, тихо-тихо! Что с тобой? Опять! Тише-тише, сейчас все хорошо будет. У кошечки заболи! У собачки заболи! Мишенька! Ведьма! Друзья, сейчас будет миниатюра под названием «Страшный сон Никиты Джигурды». Русь! Русь! Что со мной? Шик-то! Лер, слушай, вот у меня тут такой вопрос возник. А если я не буду обсуждать за глаза, это дружба? Конечно, дружба. А если эта дрянь делала такую же кофточку, как у меня? Но я не буду называть ее дрянью. Это тоже дружба? Да, это тоже дружба. А если она пошла гулять с парнем, который мне так нравится? А мне ее охота так за волосы об колено? То это тоже дружба? Это не совсем. В смысле? Ну как бы дружба, но в суде скажут, что самооборона была. Дружба крепкая. Эта песня посвящается всем девушкам в этом зале. Плачет девушка на стоянке в новеньком черненьком БМВ. Вся в слезах и губной помаде. Три петальки, а ноги на две. Вся в слезах и губной помаде. Три петальки, а ноги на две. А у нас реклама. Типа, что за палет? Играй жестче. Поцелуй меня в щечку. Может, в пачку? Нет, в щечку. Я устал скрывать наши отношения. Иван работал 20 лет, но так и не купил машину. Ох уж этот 17 век. Парень поздно ночью приводит девушку домой. Дима! Дима, это ты? Да, мам, это я. Ты опять принес домой ежа? Нет, мам. А кто там тогда пыхтит? Не знаю, мама. Дима, ежик хочет есть? Мама, ежик не хочет есть. Дима, ты опять будешь резать ежика? Мама, я не режу ежика. В прошлый раз приводил, визжали, как будто резал. Мама! Каждой девушке приятно, когда ей приносят завтрак в постель. Дима, ты
собрался жрать в спальне? Иди ешь на кухню. Мама. Заткнись и передай ежику, чтобы не храпел ночью. Мне мой на 8 марта подарил костюм школьницы. Даже не знаю, что и думать. А что тут думать? Да учись, конечно. Сейчас без образования никуда. Как говорит Анфиса Чехова, не важно, на какую тему у вас диплом. Главное, чтобы он был защищен. Издалека долго, а изблизи близко, из середины средне логика мой конек. А у нас следующая миниатюра. Дима, Дима, я чепушила. Чё? Я чё решила так? Чтобы выступление было еще интереснее и смешнее, давай покажем смешную миниатюрку в детском саду. Миниатюра в детском саду. А кто это у нас такой маленький плачет? Кто это тут сидит? Я забылась. А что ж вы плачете? Ведро украли. Вчера при помощи Ферри я вымыл 300 тарелок, а сегодня 400. Ни хрена, сколько жрать стал. Знаете, мы играем в КВН уже 5 лет. И за эти 5 лет поняли одну вещь. КВН объединяет. Вот я, например, студент 4 курса. Таня студентка 3-го, Лера 2-го, а Дима 1-го. Но поступали-то мы все вместе. Спасибо тебе, КВН. Ваши горные аплодисменты.